Дорогие братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот в такой тесной, но экстренной обстановке мы сегодня встретились с нашим шейхом Асхатом по поводу, опять-таки, продолжающейся шумихи вокруг краха фонда Динар, где сгорели десятки миллионов долларов, почти до 1,5–2 миллиардов рублей мусульман, которые вкладывали в этот фонд. Сегодня также вышло большое разгромное интервью, которое взял наш брат Мурад Алискеров у шариатского эксперта Шамиля Шавхалова. Разгромное по отношению к тем схемам, которые использовались в этом фонде, из-за чего деньги все сгорели. И я в очередной раз спешно попросил шейха Асхата все-таки выделить хотя бы 5-10 минут своего времени, несмотря на то, что он опаздывает, чтобы сделать очередное напоминание, насколько нужно щепетильно подходить мусульманину к вопросам халяль и харам, не только в больших финансовых вопросах, но и даже в вопросах просто даже, что вы кушаете, с кем вы сидите, вот, и в других даже мелких вопросах, поскольку это влияет на наш ахират. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемый шейх Руслан, уважаемые братья и сестры, Аллах барфикум джамиан. В любом случае, когда какое-то предложение, в первую очередь, нам приходит вложение и так далее, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обучил нам многим вещам. Во-первых, Аллах субхана ва тааля в Коране говорит в сурате аль-Худжурат: Я айюхаллазина аману ин джаакум фасикун бидабаин фатабайяну. То есть у верующих, если к вам приходит кто-то с какой-то вестью, то табайяну, тасаббат, разузнайте, проверьте и так далее. То есть нужно изучить ситуацию. Не просто так деньги и забыть, и все, как бы я доверяю тебе. Или как часто вот бывает, да, шейх Руслан, там, когда даешь кому-то в долг и так далее, когда просишь там написать расписку, что у нас почему-то в менталитете обижаемся сразу. Зачем? Ты мне не доверяешь, что ли? Какая расписка? Ой, что? Дорогой шейх, на Кавказе вообще, даже когда человеку намекаешь на расписку, он просто обижается на тебя. Хотя это же призыв Аллаха Всевышнего в Коране, в суре Корова, Аль-Бакара. Самый большой аят вообще в Коране. Посвящен тому, чтобы мы записывали, когда даем долг. И так далее, длинный аят. И самое главное, я тоже вот говорю нашим братьям, нашим прихожанам, потому что бывает, разбирая какие-то ситуации, так маслихат делаем в мечети, когда, там, скажем, у мусульман, у торговцев, у бизнесменов есть какие-то разногласия, потом приходит в мечеть, чтобы их примирить. И всегда я говорю, если бы, то есть когда дают, берут они братья, они друзья, а когда уже результат не тот, какой хотел бы ожидаться, они уже начинают ругаться, они начинают спорить, друг другу не могут что-то доказать, тот обманывает, тот клянется Аллахом и обманывает и так далее. Я говорю, смотрите, вот видите, сейчас вы друг друга ненавидите, сейчас вы друг друга враги стали, но если вы прислушались повелению Аллаху субхана ва тааля, прописывайте, не потому что я тебе не доверяю, не потому что нет, мы делаем хусну ван, хорошо думаем о братьях друг о друге, а потому что, чтобы потом не привело его к таким вот ситуациям после того, как случилось, потом вы стали врагами. Вы бы не были врагами, если все было бы прописано, если еще нотариусе там заверенные и так далее, да, то спокойно было бы, так, как бы и вам бы спокойно. Получается обратный процесс тому, что Всевышний Аллах сказал в Коране: «Вадкуру ни'мат Аллахи ид кунтум а'да». И помните о милости Аллаха, когда вы были врагами. «Фа'аллафа байна кулюбикум, фа'асбахтум би ни'матихи ихваном». И он сблизил ваши сердца, и вы стали по его милости братьями. А у нас получается наоборот, понимаете, когда были братьями, и тафарраку, и они сердца уже отдаляются друг от друга. Потому что многие ситуации, например, не потому что я не доверяю брату, я прошу у него расписку, я ему хусну дан, я хорошо о нем думаю, но может быть так случится, что я умру, он умрет, он что-то забыл, я что-то забыл и так далее. То есть поэтому должно быть все прописано. И самый большой аят в Коране, и мы не должны обижаться, мы должны наоборот сказать: брат, давайте я распишу расписку и так далее, чтобы потом между нами не было взаимопонимания. Вы знаете, что вообще там, скажем, где есть шариатский, например, суд, если нету документа, вообще не слушают. Oh, то есть как ты докажешь? Здесь потому нет. Что есть мисак, это есть договор между двумя, как бы это первое, что должно быть. Должно быть обязательно договор, должно быть проверить, нужно изучить и так далее. Но если уже потом человек попал в такую ситуацию, и есть такие уважаемые, грамотные люди, эксперты, которые доказали, что в данном случае это там у них есть далили, аргументы, что это харамное вложение было. Это не было, это оболочка просто, так скажем, была халяльная, которую люди повелись, поверили, но это уже доказали, что харамное. И дальше люди продолжают вкладывать. Это не должен быть, то есть как минимум акль должен быть у человека, разум, чтобы туда не вкладывать, потому что если он знает, вкладывается, во что-то верит. Это, знаете, как, например, бывает у человека в казино, он заходит, и последнее, его оттуда уже вытаскивает, говорит, у тебя последнее осталось на хлеб, и он думает, что он отыграется. Я Аллах, дорогой человек, это болезнь. Вот сейчас такая ситуация. Многие вкладчики, я как бы наблюдаю ситуацию,
они видят, что их деньги сгорели, что их использовали в харамных фьючерсных сделках, все деньги сгорели, но они продолжают верить. Они продолжают верить, что эти же люди смогут вернуть им эти деньги. Валлахи, вот это, наверное, самое страшное. Я попросил сегодня шейха Асхата как раз предостеречь этих людей, которые продолжают верить в то, что вот этим путем харамным вообще что-то можно вернуть и на что-то надеяться. Даже если вернут, это все равно не будет халялем. Не будет халялем. Дуа не будет принято. Все, что мы покупаем, кушаем, будет харамным. В хадисе сказано, когда человек Аллаху Субхану называет, обращается к Аллаху Субхану Та'аля, фа'аклюху та'ам, фа'амуху харам, шарабу та'ам, фа'худзи харам, кусей харам, то есть одета харам, еда, фа'анна юстаджабуля. Как Аллах ответит ему? Как Аллах Субхану ответит на его дуа? Аллах Субхану говорит в Коране, ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху, ну кафир анкум сайятику. Если вы будете отдаляться больших грехов, а вложения в харамное дело это большие из больших грехов, то мы тогда простим ваши прегрешение, говорит Субхану ва Та'аля. То есть отдаляться от этого – это путь к прощению прегрешений. Получается, у тебя не будет больших грехов, потому что ты туда не вкладываешься, не влазишь. А прегрешение автоматически Аллах Субхану прощает тебя, потому что ты туда не лезешь, и ты как будто альхам, без грехов хочешь на этой земле. Поэтому акиль, то есть, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля юдагу муъмин фи джухри марратейн. То есть верующие два раза не ужалуются, не падают в одну яму и не жалятся одним жалом. Поэтому должно быть это примером, как мудрый человек – это тот, который учится на ошибке других, умный человек, который учится на ошибках своих, а глупый человек, который не учится после ошибки. Позволите еще вот последнее хотел сделать братьям, которые вложили туда и потеряли, которые сейчас мы тут последние вложили и так далее. Вы знаете то, что, субханаллах, какое бы мусиба ни ходило, не приходило, какое испытание не приходили, то проявляйте терпение ради Аллаха Субхану ва Та'аля. И в первую очередь благодарите Аллаха Субхану ва Та'аля, то, что это испытание не пришло в вашей религии. То, что альхамдулля, вы остаетесь верующими, то, что вы проснулись, прочитали утреннюю молитву, то, что вы не пошли поклоняться идолам, не испытал Аллаха вас в намазе, в поклонении, а это в дунья. Дунья это приходящее, уходящее. Иншаллах Аллах Субхану заменит это лучшим. Даст Аллах Субхану ва Та'аля вам, во-первых, альхамдулля, какое-то возьмете благо, какой-то урок, какой-то еще что-то. Может быть, Аллах Субхану последствия этого от чего-то более страшного вас отдалил. Мы не знаем, Аллах Субхану это знает. И в будущем, когда вы вкладываетесь, читайте дуа истихара, о котором пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Хадиты, которые приводятся от Джабира радиаллаху анху, что Расул саллаллаху алейхи ва саллям يعلمنا истихара, كما يعلمنا القرآن. Обучал нас истихары подобно тому, как обучал нас Корану. Даже сахабы радиаллаху алейхим перед тем, как купить соль на рынке, они читали истихару. Купить это нет. Поэтому субханаллах, если мы вот даже сейчас мы проводили там урок, субханаллах, человек, один брат говорит, я 45 лет прожил, ни разу истихару не читал. Сейчас начал когда читать, как будто я заново родился, субханаллах. В جميع الامور في جميع الامور كان يعلم во всех ситуациях. Поэтому побольше читать, и тогда Аллах будет направлять это иршат, истихара طلب الارشاد من الله عز وجل, и попросить у Аллаха субхана тааля прямой путь, чтобы он именно это. Если в этом хайра благо не будет ли дин والمعاش وعاقبة الامر, то есть для религии, для дуния и для вечности, то Аллах отдалит просто это и все. Это бы не случилось, и отдалился бы Аллах очень хорошо. Барак Аллах. Жазакум хайр. Алейкум. До встречи, дорогие братья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.